Заметненько и плавно мы подошли к музыкальному творчеству, и позвольте передать микрофон, а я думаю, ему даже и микрофон не нужен, Владимиру Гуду. Володя, что ты будешь петь? Я буду петь арию Рудольфа из «Богемы», опера «Богема», Пуччини. Пуччини. Володя Гуда. И
Михаил Ермолов. Володенька, не уходи, вот у нас есть такая добрая традиция немножечко, ну, поговорить и рассказать о себе, поскольку у нас не просто концерт, а вот такие творческие встречи. Откуда ты такой хороший появился, откуда приехал, как начал петь? Несколько слов о себе, пожалуйста. Я приехал из Киргизии 5 лет назад. Ну что, живу в Манхэттене, в Нью-Йорке. Раньше пел баритоном, всегда знал, что тенор, но хотелось быть баритоном. Но потом встретил знающих людей, они сказали, что от судьбы не убежишь, надо петь тенором. Просто больше работы, над тенором надо работать день и ночь. То есть в 5 раз больше работы, чем петь баритоном. Поэтому сейчас я все-таки так взялся за свой реальный голос, какой мне был дан Богом, и пою тенором. Вот так складывается моя жизнь здесь. Что закончил, спрашиваю? Я не закончил консерваторию, но до консерватории я закончил музыкальное училище по классу кларнета и саксофона. То есть я играл классику и также играл джаз и рок. То есть я разноплановый музыкант. Но сейчас специализируюсь только на классике и пою только оперу. Хотя иногда пою, конечно, и романсы, и песни. А где вы поете? Ну вот у него было несколько аудишенов, я думаю, ты попозже расскажешь, да, какие перспективы тебя ждут здесь, в Соединенных Штатах. Так, ну что, следующий